И одним словом, можно сказать, что эта игра совмещает в себе бродилку и приключения. А также придется применить свой тактический бред. Бред все это, понимаете, бред. Мой брат играть не умеет, понимаете, он впервые в руки джойстик взял. А сегодня воскресенье, хочешь верь или не верь, а ты устройся поудобнее и закрой плотнее дверь. И сначала уровня, ты представляешь, бой сначала уровня. Сейчас опять до конца доходить будет. О, фу, слава, мне повезло. Ура! Ой, жопу дожгли. Как он еще в живых остался? Удивляюсь. А что, записи нет? Я говорю. И одним словом можно сказать, что Оззи совмещает в себе бродилку и приключения. А также придется применить свои тактические навыки. Что касается меня, то я был в восторге от этой игрушки и прошел ее за 2 недели, чего и вам желаю.